период пандемии для нас, безусловно, было важно поддержать жителей, многодетные семьи, семьи, которые нуждаются в господдержке, ветеранов. И социальной сфере было уделено особое внимание. Если конкретно, 98 тысяч детей от 3 до 7 лет с января этого года начали получать ежемесячную дополнительную выплату по 6 тысяч рублей. 53 тысячи детей от 16 до 18 лет получат разовую помощь в размере 10 тысяч рублей. Выплаты уже начнутся в сентябре.